Зачем нас трогать? Нам скоро не уже. Нам уже 70, уже 77-й год. Нет. А это, бабуль, ну? Старый паспорт вот, и новый паспорт. Все-таки старый паспорт как-то привычнее, да? Да. Привычнее. Ну, а теперь что? А что они? Ну, что старикам? Да. Ну, и так бы было пускай. Зачем менять? Мне же скоро умирать. Чепуриться. Тоже надо? А как же? Это все-таки паспорт уже все? Да. Уже другого паспорта не будет? Ну как так, пойдете? Хорошо, бабуля, проходите. Ой. Проходите, проходите. Тут мне ноги отсыхают. И не хочет травить. Ну, вот видите. Ой. Сказывается это? Война все-таки. Ой. Так. Как? Голо может чуть-чуть левее. А, носик чуть-чуть так. Отлично. Вот. Так. Еще. Вот так вот. Голову чуть-чуть левее. Подбородочек может пониже немножко. Еще. Вот, хорошо. Снимаем. Все снято. Пятницу все совет. Ну проходите. Проходите, отец, проходите. Так, паспорт у нас? Я. Афанасьев. Афанасьев? Афанасьев, Петро Николаевич. Ну, понятно. Есть тоже на паспорт. Афанасьев, паспорт. Петро Николаевич. Ну, ладно, ясно. Так, за бабушку... А? За бабушку будете сразу платить или... Да, буду платить. Сразу, да, я сейчас вам... Тогда 70 рублей надо. Да. Родите, да? Ну, хорошо. Хорошо. Так, возьмите квитанцию. Так, смотрим сюда в объектив. Снимаем. Все, снято. В пятницу все совет за фотографиями. И заберете. Это что у нас? Вот там расческа. Причешись хорошо. Причешись, чтобы волос ровно лежал. Можно чуть-чуть левее носик, вот так вот, поверни немножко. В другую. Вот, нет, много. Еще чуть-чуть сюда. Голову? Да, голову. Прямо сюда, смотрим сюда. Можно так вот наклонить немножко, чуть-чуть, вот. Ну, вот так вот, ничего, вот так, ладно. Так вот. Так. Не понимаю, куда же. Так. Я в жизни такая, посмотрим, в жизни такая, раз где. Так, смотрим сюда в объектив. Снято. Ну проходите. Кто на паспорт? Проходите. Не на паспорт. Да, хорошо, посадите. Снимаем. Пойдем, Никита, пойдем.
Давай. Ты тоже еще сегодня не проснулась, что ли? Шагай. Принцесса какая. Пойдем. Пошли. Пойдем на травку. Налягу, пойдешь. Умничка. Пошли. Пошли, а то они пойдут, то утоплюсь там. Грязище ноги не протянешь. Ну-ка! Куда ты полез? Чертила, блядь. Ну, вылазь! Вперед! Вперед, как балерина идет. Ну-ка! Надя, вон сзади. Надя. Ну пошли! Тянете все, блядь, как эти! Ох, что за пары! Здравствуйте! Это я куда попал? Алексей, это ты что ли? Алло! Вас фотограф беспокоит? Лютиков. Там у тебя работа есть, Алексей? Нет? Где? С этим хозяйством? Да, ну, хотел бы еще поработать, если, конечно, возможно. Совет не работает. Ну давайте в клубе или там в школе, какая мне разница? Можно подъехать, нет? Нет, серьезно. Хорошо будет. На новый паспорт, чтобы сняться. Да? Все, до свидания, спасибо. Здорово. Чувак, комаров кормите. Приедают. Люга! Сюда, на комариве. Три. Сюда. Люди! Ну, штрам погоди. Да, пошли. Пошли. Дрит, твою мать. Нет. Ну-ка, бля.
проблема, да понял. Так, подожди. Может, я что-то немножко перепутал. Так, как тебя зовут? Я? Алексей. Алексей, да? Нет. Тевоска мой. Вот это вот тот. Ну-ка, вот это какой. Ну-ка, Леха, держи-ка. Три человека. Так, растягивай ее. И к стенке. Ну-ка, во. Вот сзади. Выколачивай. Приходит грузовик. Все, и сим уходишь, да, ну, до этого. Сам уголок. Да Леха, Леха, сам уголок. Сам да, уголок, да, Леха. Вот. Ну нет, вот туда. Ровненько, ровненько, вот так вот. Во, нормально. Он и этот на лицах, и там на. Вот какой, там сейчас тоже. У тебя паспорта нет у него, да? Вот сюда на крыльце берешь, вот. Они греются со стороны, если не стыкнуть как-то. Ты у меня будешь первый клиент, коль ты мне помог. Слушай. Леха, ну ты же не можешь так фотографировать. Тебе нужно пиджачок один, да? Подожди, у меня пиджак с собой есть, подожди. Сейчас, секундочку, подожди. Грузим, все уходит, в общем, до ноября месяца. На выпаса все уходят. И жерди это деньки городить, и решетки деньки городить, и колья там, и этот бак, и эта будка, где живут скотники потом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть тракторов. Туда уйдет. И Толик сейчас загрузит. А кто ты? Все, 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 все. Рома! Роман туда уйдет. Давай, давай. Давай, Рома. Самый лучший Рома во всей Журавке, между прочим. Так ты фермер, Рома, да? Ну, наверное, командир. Уже был в газете, да? Ну, вот, видите. Какой себе позиция. Смотри, этот россиянин чистый, ну. Или нет? А кто ты? Кем ты работаешь? Дуэром. Дуэром? Ничего себе. Так, Рома, головку можно чуть повыше и немножко присядь. Вот, отлично. Снято. Так, ребята, давайте, давайте, давайте еще на паспорт, ребята, подходите. Все, давай, 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 давай. Беленькую рубашечку, давай, беленькую рубашку, пижачок. Ты же должен быть красивый. Я на память. Так, Саня, сигаретку нужно убрать. И кепку снимай. Да паспорта не пойдет. Ну. Айда, заводи, трахай. Айда, рубашку-то отдай. А у меня нету паспорта. Ты это, Леха, на тракторе работаешь, да? Какой у тебя трактор? Белорус? Толя, я вешать не буду. Смотри, какие мужики хорошие, елки. Я сам на тракторе отработал на года 4. Только работал на Т-130 в пустыне. Так, можно чуть выше по огородах? Во, во, вот замечательно. Слушай, ты дома свиней держишь, нет? Да. Поросят не продаешь? Нет. Лена, подари свою. Нет, серьезно. Я куплю. Отлично. Так, сюда. Снимаем. Снято. Так, ребята, на паспорт, на паспорт. Точно на паспорт. Давайте, 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 давайте. Подходите, там в район поедете. Все-таки паспорт, это важное дело. Давайте, давайте. Ребят. Паша пошел. Только той дорогой. Я сам деревенский.
Журавка когда была раньше, богатая деревня, так она остается, да? Анатолий, вот если мне подсказали, где купить поросенка у вас? Правда, как? Одни кабанчики. А тут подкастрируем? Иди сюда! Боря! Иди сюда! Давай, 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 давай! Ах ты, черт, черт! Сейчас, 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 сейчас! Давай, 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 давай. Сейчас подцепится. А ну-ка. А? Тихо, 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 Боря, тихо, 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 тихо. Подожди, воздух есть, есть. Ну-ка, подожди. Проходите, пожалуйста, проходите. Проходите сюда. Присаживайтесь. А куда садиться? Вот сюда, вот, вот, вот стульчик, вот сюда проходите. А, вон куда. Новый паспорт, да? Ну. О, Господи. Что такое? Наверное, в колхозе все же отработали, да? Так что-то есть диафрагма. Я сильно ногами болею, так никуда не хожу. Ногами, да? А муж у вас? Тоже старенький. Тоже болеет, да? Дохлый, скоро умрет тоже. Так, секундочку. Снимаем. Отснято. Так, деньги сейчас будем платить или при получении? Ну, можно и сейчас, если так придут фотокарточки, а вдруг да не придут. Да? Ну, давайте в следующий в четверг фото в сельсовет. Заплатите, заберите фотографию. Хорошо. Зовите другого. Бабушка, значит, вот это вот надо вот волосики убрать. Это у всех бабушек проблема. Сзади. Бабушек. Лок. Бабушкам уже одна дорога. Сейчас уже безинтересная жизнь. Никто не смотрит.
Угу. На поезд идешь, они... Бабушка, не надо никто, сюда. И никто тебя не замечает, да? Даже дед уже. Даже дед не замечает? 40 лет уже не замечает. Ничего себе. Так, бабуля, вот здесь сзади локон. Вот так их приберите, приберите. Чтобы мне там не торчали. Вот да, так. Вот. Во. Ну, пусть так. Вот сейчас выбейте. Теперь, подождите, что надо делать? Так, чтобы теперь... подбородок как убрать? Подбородок у вас не будет, подбородка. Теперь надо кофточку... Снять? Нет. Пусть наоборот. Так, красиво. Застегните. А я... Вот так вот, а? И верхнюю пуговичку обязательно сегодня тоже. Так, раз. Теперь и эту, да? Обязательно. А эту не надо. Пусть так видно будет. Вот красивую, да? Кофту только купить. Ну, хорошо. Только купили, да? Так, ну... Теперь что мне делать? Улыбаться не надо? Слабенько. Что я иду на посадку, не надо? Нет. Легкую улыбочку можно. Только не сильно. Так, внимание. Я не знаю. Свет, вот если вы распустите еще волоса, так вот пустите с вашими пышными грудями, ну-ка попробуй, вообще будет красиво. Вот там расческа есть, Света? Ага. Вот такая симпатяга. Ты замужем, Света? Нет. Жаль, что я старый, лысый. Не, это, Свет, ты не спеши, просто ты волоски сильнее прибери. Вот расческа. Ну, я же не вижу, вам же виднее как. Ну, ты просто расчеши их вот такой, чтобы они немножко не ухватывались. Это были ровненькие. Ты как русалка будешь. Да? Серьезно. Ну, вот. Вот так вот ровненько. Вот эта сторона вот такая. Вот, хорошо. Вот. Ну, прекрасно. Вот, молодец. Так, Света, какой у нас снимок? На паспорт? Да. Да? На новый или на старый? На новый. А у тебя старый есть паспорт? Конечно. Отлично. Вы знаете, вот здесь вот под низом или майка, или рубашка, или рубашка. Или повыше, а повыше. Или рубашка наверх выйдет. Да нет. Выйдите. Ну, чтобы не было видно, то будет хорошо. Все-таки новый паспорт, правильно? Сейчас вы паспорт получите. Новый паспорт, вот это все будет видать, да? Да и хорошо. Ты сейчас с паспортом всю жизнь, да? Ну, мне, конечно. Но старый паспорт еще целый? Ну, целый. Не жалко с ним будет расставаться? Да. Как жалко? Это же не от нас зависит. Нет, важно. Ну, приказали заменить меня. Приказали, но заменять. Ну, а так бы, если мы приказали, пускай бы был бы старый паспорт. Да, это даже... Паспорт. Понятно. Но? Для меня разница какая. Тем более, нам за всю деревню куда. Куда? Не. В район 3 года уже ни разу, за 3 года в районе ни разу не был. Не говоря, чтобы в Новосибирск выехать или куда-то. Ну, это касса пошла, билеты не купишь, да? Да при чем билеты? Мы 8 лет в колхозе в этом, копейки живой не получаем. Вот к Новому году. 8 лет 150 рублей. Авансу дали к Новому году. Все. Вот это живой рубль наш. Так, можно чуть выше подбородочек, чуть-чуть. Не, это много, чуть пониже. Лицо чуть-чуть сюда. Чуть-чуть, еще. Сюда лицо, много. Чуть назад. А голову можно так вот наклонить сюда. Лицо не трогай, а голову вот так наклони. На меня прямо смотри. Лицо на меня поставь прямо. Вот так, поставь. Чуть-чуть в левую голову наклони. Вот, все, вот так вот. Все, не шевелись. Все. Не моргай. На меня смотри, сюда. Сюда. Губы зажми сюда. Снимаем. Присаживайтесь. Бабулечка, нужно платочек снять обязательно. А? Платок нужно снять. Снять? Да, на паспорт платки нельзя. Ну, я сказал снять, а не... И это снять. Обязательно. Подождите. Бабушка, сколько вам лет уже?
92. И заставляет паспорт получать. А вдруг на Новый год я буду жить, и пенсии будет, мне не дадут. Говорят, пенсию дадут. Да. О. Я немка, немка. Добро, я ничего не вижу. Муж. А муж у вас живой? Ну, у трудармии был. Кто там живой был? В трудармии, да? Так его сразу забрали, да? Он, ну, вы шибко не расстраивались. Ну, что теперь? Жизнь прожита уже, бабушка. Ну, ладно, бабушка. Значит, вот здесь у вас волос неважно лежит. Чуть-чуть назад. Вот, вот, вот хорошо. Так, будет хорошо. Снимаем. Снято. Сейчас деньги есть, чтобы рассчитаться? Нет. Через неделю в сельсовет 40 рублей принесете. Хорошо? Зовите следующего. Так, цветочки, посередке, цветочки. Близ, близ, вот, вот, вот так вот. И сюда встань, дружка. А ты с другой стороны встань. Так, становись. Во, во, хорошо будет, отлично. Так, снимаем. Снято. Давайте еще двоих. Без вас. Не надо.
Снято. Здравствуйте, гости из ванны. Здесь мы споем. Здравствуйте, гости из ванны. Так, мудрости молодые. Чуть-чуть подальше. Я с тобой за тобой пошел. Все, заходите, Кто будет к нашему столу, когда сидим на нас? Вы задержали. Спасибо. А он залезал. Наливайте, наливайте, давайте все. Давайте, наливайте. Сами там давайте. Может, кто-то скажет. Я что хочу сказать. Подарили бы вам чай, бисквит. И еще, Коля, дарю я тебе всю дорогу, что стоял всю дорогу. Лена, а тебе ваза там, чтоб давала сразу. Дайте мне сказать. Говори, говори. Тихо, тихо. Лена, Коля, я вам считаю, это, желаю счастья, любви, добра, чтобы жили вы дружно. Вообще, хорошего счастья вам желаю. И внучек. И внучку мне. Горька! Горька! Молодец! Он летел, как хрен. Как хрен, ну кому не. Так, ну все наверх, давайте еще потребуем. Учи, это закуску в жаку превращается. Ну давайте теперь эти шовки. А Горько-то где? Смотрите. Смотрите. Вот тогда пошло. Горько надо, подольше. Горько! Горько, Горько, Горько! Мне нравится все так, наш сибирский бомбардак. Заходи, заходи. Ой, как я его люблю, и клянусь я так любить. Но условие одно, если бросит пить. Мы что, девчата, по маленькой, бум, немного пьяненький. Пусть она глазеет, пусть ты на кобыле без узды. На такую тварь нарвался 8 сисек. Она Розария была, деньги продавала. Мне давали 50, ну и Thank you.
Пошли.